Вот идет они все идут. И, конечно, дай им Бог здоровья, очень хочется, чтобы и могучий, конечно, прыгнул на жизнь, потому что ей это очень поможет. Таблица результатов занять достойное место, потому что этот элемент лишает очень многое, ну, кроме остального чисто исполненного. Аделин Каняк и Максимин Коя. Французы. Которые катаются по большей части в Канаде. Коттон-клуб. Тема, известная больше по танцам, но и в парах тоже популярна. Шпагатка со сложного подхода. Вверху руки партнерши были тоже вверху. Еще одно дополнительное тройной сальто. Положение партнера при подъеме. Элемент на элементе нет. Сложный вход в тонус. Раз. Третий уровень сложности. Двойной аксель тулуп. Комбинация спирали. Редкий шаг у партнера. Ну и у него развернутые ноги. По оборотам и по спуску. Ну нет, я думаю, что это третий уровень поддержки, там ничего не происходило, если не второй. Может, случится. Молодец. Тройной выброс. Вращение в обратную сторону. Второе положение. Сесть надо пониже. Третье положение. Раскрутились, поменяли ногу и взяли в другое. Да, четвертый уровень сейчас будет. Все понятно. Очень красивое положение в конце. Дорожку делать. Сейчас сменили положение, позицию, все. Это делается для уровня. Вторая половина дорожки в позиции. И потом позиция меняется, уходит в параллель. Это интересно, что им поставят за дорожку.
поддержка со сложным спуском, хорошее вращение, параллельное почти, да? Ну все. Уже нет. Да. Сложно, конечно, заканчивать, да, вращением. Но вы знаете, Вася, они хорошо катались. Они наделали очень много элементов чистых, да. Вытянула она два выброса неплохих, да. Мне кажется, у них вообще... Я до сначала, да, хотела сказать, что вот французы, как бы французы, да, что это не их вид, действительно, парное катание, вот последние годы, да, с тех пор, как вот Стас Леонович там не работает, да, ушла их ведущая пара. Сара Бетболь, Стефан Бернади. А вот сейчас так нельзя сказать. Вот попала пара к хорошему тренеру, канадцу. Канатки, да? Они борода. Да, Кани. И вот результат. Абсолютно не устали. Да, они прыгали. Они не прыгали второй тройной. Они прыгнули аксис. Они только начинают, они прыгают. Ну вот мне показалось, что в начале программы... С то, этой что... парой, да, вот уже работают, и с этой парой можно будет работать. То, что они делают с самого начала программы, просто элементы, и не так... что ли, завлекают нас танцем, как буквально полчаса назад завлекали. Ну, это же танцы, они же элементы, французы. у них элементы, ну, да. Это мне шаги. Просто сначала показалось, что вас это немножечко как-то... Нет, раз... в парном катании сейчас невозможно, элемент идет за элементом. Связочных шагов очень мало, потому что ничего не успевают сделать. Правила очень жесткие. Я вообще даже не представляю, вот читая эти правила, да, их изучая, я вообще не представляю, как они выкатывают, как тяжело сейчас работать и спортсменам, и тренерам.